Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 13 апреля 2022 года, появилось видео в сети интернет, где жена задержанного и пойманного в Украине Виктора Медведчука, лидера партии ОПЗЖ, просит Владимира Зеленского отпустить якобы по ее версии ни в чем не повинного, почти святого Виктора Медведчука на свободу. Якобы он всегда был за мир и благополучие в Украине. Вот и если Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, уверена, что ни она, ни он ничего не сделали плохого для Украины, почему теперь она находится в России? Почему? Почему она находится на территории врага? И враг мне не предъявляет никакие претензии. Если, допустим, я буду проукраински настроенный человек находиться в России, мне светит вот решетка, а ей ничего. При этом она заявляет, что у ее мужа чуть ли не нимб на голове. Якобы это СБУ просто так его прессует. Я лично считаю, что это видео, записанное женой Медведчука, просто истерика. Когда она и ее муж на Зеленского говорили все, что не лень, тогда она почему-то не просила, тогда они купались в масле. Я лично считаю, что Медведчуку нужно устроить вот это. То, что устраивает Путин всем проукраинским и антипутинским людям в России.